самая основная большая проблема и причина всех вот этих негаразд в нашей стране, это то, что мы всегда пытаемся найти виновного. Надо, мне кажется, всегда найти способ выйти из той или иной проблемы. Я считаю, что основная проблема – это, прежде всего, вот эта всеобщая паника, всеобщее вот это, что люди забирают свои депозиты, как говорится, покупают какую угодно, ну, эту 100-долларовую бумажку надо купить для успокоения души, выводятся все капиталы и так далее. Но еще раз подчеркиваю, именно наше правительство во главе с, скажем так, Яценюком и наша фракция выступает как раз именно за то, чтобы решить эту проблему. Подготовлен пакет, ряд пакет законопроектов, которые в ближайшие дни будут вынесены в Раду. Зараз мы просто поговорим. Да, то есть сейчас, мне кажется, больше надо думать о том, как спасти вот эту вот ситуацию. А кто виноват, вы знаете, всегда, крайних всегда найдет. Дякую.